вагнеровцы никуда не денутся. Оно одно из самых боеспособных подразделений российской армии. Отношение к Евгению Викторовичу Пригожину после этого мероприятия, да, оно изменится, но не к вагнеровцам, потому что Евгений правильно сказал, вагнеровцы – это герои. Те, которые брали Артемовск и много других населенных пунктов. Поэтому ничего не изменится к вагнеровцам, потому что, ну, по некоторым данным, они тоже половину не знали, куда они идут. Но в то же время они... Мне жалко тех ребят, которые погибли. Это летчики наши погибли, там еще некоторые. Вот с ними, да, Пригожину придется как-то решать вопрос с семьями. А к вагнеровцам как им изменится? Ничего не изменится. Единственное, изменится, может, руководство у Вагнера.